Хапай Nokia 3 на Android в комфі за 389 гривень на місяць. Ну, еще 15 минуточек и go home. Чё? Ты же английский в школе учил? Ну, конечно, учил. При чем тут английский? Ладно, проехали. Здравия желаю, служивые! Здравствуйте. Вот я говорил, вот говорила, не поможет. Я прошу прощения, конечно, а что не поможет-то? Ничего не поможет. Это вы что, чеснок против меня, что ли, повесили тут? Ну. Давай. Ком в горле застрял. Ну, вы даете, ребята. Вы бы что, капкан поставили, что ли? Вы в своем уме вообще охренели, менты? Вы бы что, осиновый кол мне в сердце вогнали? Так, все, дед, ты достал, реально. Предупреждаешь, ну не ходи к нам больше, нет, не слушай. Давай ты его водой святой окропи, а я колом осиновым добью. Оп! Проститутка! Пердун старый! Блин, с этими вашими отмечаниями, где журнал? Скворцова, ты чего опаздываешь? Ой, иди ты! На. Слушай, нужна твоя профессиональная помощь. Вот тут. Прям здесь? Ты деда в коридоре видела? Ну, который высматривает все. Скворцова, я тебя очень прошу, вот сделай ему вот так хорошо, вот как при Брежневе не было. Вот тебе ключ от соседнего кабинета. Платим в двойном размере. Так это ж, блин, проституция. Противозаконно. Не умничай. Давай. Ай, ладно. Дедулька! Пердулька! Слушай, а ты это лихо придумал. Это ж либо она его, либо он ей мозги. Ты че, Скворцову не знаешь? Боюсь, не выдержит сердечко у дедушки. Отца! Скворцова, чё так долго? Нам кабинеты закрыть надо. Чё там? Дедуля ваш бойцом оказался. Третий раз продлевает. Алло, Анжелка? Бери Машку за ляжку, иду в ментуру. Я тебя с таким винтажным мужчинкой познакомлю. В двойном размере. И платят тоже в двойном. Жду. Бронислав Аркадьевич! Я тебе говорил, этот дед кого угодно может. Женщина! Дедушка! Кассирша отошла. Что вас интересует? Внученька, глянь, на мою пенсионную карточку накапала уж пенсия, чи не? Дедушка, ну только 15 число. Ну, я боюсь, до 25-го не доживу. Мне ж 99 лет уже. Вы так каждый раз говорите и каждый месяц приходите. А я так ему в пенсионном фонде и сказал, что пока еще что заработал, мне не выплатят, во я ему умру, во. По моим подсчетам, еще 30 лет, 3 месяца и 3 дня, во. Это одному Богу известно. Внученька, у нас Бог — это правительство. Оно решает, сколько жить пенсионерам, сколько нет. О. Чего? Что там? У вас тут 5 миллионов. Ну, я же ору какие-то копейки плачут. Что? 5 миллионов? Неужели правительство оценило заслуги-то? Ой,
50 лет у шахте, 40 лет у больницах. И тут на столетний юбилей такая премия. Да нет, дедушка, не может наша родина так заслуги ценить. Это какой-то сбой. Сбой у тебя в голове, дурная. Быстро плати мне все. Выплачивайте мне мои деньги. Поймите, это какие-то неполадки. Я сейчас менеджеру позвоню и все. Не надо никому звонить. Сказал, не надо, быстро деньги плати. Это, наверное, какая-то ошибка, понимаете, дедушка? Ошибка наверняка. Вообще-то ты ошибка природы. Быстро, быстро все деньги мне. Охрана! Чего ты охрану? Я ж тебя не насилую, возраст уже не тот. Ты что, старый, творишь, а? Спинка отсюда хочешь вылететь, а? Я спрашиваю. А где тут? Внучок. Что? Там 5 лямов моих. Заберешь 2 твоих. Вика, ты почему ветерана труда задерживаешь, а? Сейчас, девушка. Быстро плати ему деньги. Быстро. Да пойми, Олег, тут какие-то неполадки. Не может на пенсионной карточке быть 5 миллионов долларов. Долларов? Ой! Юля. Спасибо тебе большое. Сейчас все порешаем. Вика, быстро плати ему деньги. Еще 2 миллиона? Это пенсия за последний месяц пришла. Ой, сволочь! Деда. Ой, гады! Дедушка. Это они решили от меня так избавиться. Еще в один день выплатили до копеечки. Деда. Деда, держись, деда. Малокардина накапай, быстро накапай. Он пин-код сказал? Нет! Тогда быстро накапай! Дедушка, держись. Дедушка! Деда. Дедушка! Дедушка, проснитесь. Что, задремали? Я посмотрела, у вас на карточке есть задолженность, а пенсия еще не пришла. Ой, так это что, я поживу еще, получается? Ой, спасибо нашему правительству. Они ж пенсионерам жизнь продлевают. Молодцы. На троих. Грабеж! Ой. Грабеж! Батя, что случилось? Ой, средь бела дня грабили. Скорей, вызывай спецназ. Еще кого? А, еще НАБ. НАБ. Это что еще такое? Национальное антикоррупционное бюро. Быстро, батя, всех давай, вызывайте. Давай для начала оформим протокол. Давай. Когда на вас напали? Сегодня в 14:00. Угу. Я смотрел передачу про здоровье. Напали в 2 часа дня, правильно? Не торопи меня. После просмотра передачи я решил выйти на улицу, потому что у Барсика закончился корм. Дед, давай быстрее. Не торопи! Следствию нужны подробности. Правильно говорю? Правильно. Но только быстрее. Сколько их было? Их было очень много. Это организованная преступная группа. Хорошо, так и запишем. Расстрелять всех. Так, ну и что у вас украли? Не торопи меня. Выходя из подъезда, я решил проверить в почтовом ящике, не положили ли мне газету. Дед, ты задолбал, у тебя что, газету сперли? Тихо! Украли у меня деньги. Много денег. Батя, откуда у тебя много денег? Для меня и 1000 гривен много денег. Так, в общем, у тебя украли 1000. Да. И куда скрылись преступники? А преступники скрылись, я не знаю, куда. И как мы их найдем? Сейчас. Вот, адресок их тут прям написан. Во. Дед, это ж платежка ЖКХ. Ну. Забрать у пенсионера последние деньги. Это же преступность. Найдите, расстреляйте всех. Дед, пожалуйста, иди уже домой. Ах так? Так. Ладно, я пойду. Иди. Я пойду. Я и до вас доберусь. Угу. Ага. Всех вас вот поймаю. Вот тебя поймаю. И на тебя. Всех поймаю вас и расстреляю. Ты, кстати, свои платежки видел за прошлый месяц? Угу. Воры. Ой, воры. На троих.
Здравствуйте, хлопчики. Здравствуйте. Вот, пришел к вам депозит разместить. Вот этот? Ага. Дедуля, у нас банк, а не барахолка. Идите. Ага. Ну, пойду. Может, там на барахолке разбираются в старинных монетах. Полная копилка этого старья. Дедулечка? А? Дедулечка, а? Ну куда же вы идете? Олег-то мой, пошутил. А? Юмор! Давайте я вам помогу. Давайте, давайте, давайте. Присаживайтесь. Это же наш профиль как раз. Садитесь. Ты с ума сошел? Это старинные монеты. Мы сейчас деда разведем и все. Понял. Доход пополам. Пополам. Дедулечка! А, что, хлопчики? Может, кофейку, чайку хотите? А? Ой, давай. И кофейку, и чайку. А может, что покрепче есть, а? А то очень о горле пересохло. Сделаем. Хлопчики, может, у вас закусить есть что, а? Сейчас организуем. А. Чего хотите? Да рыбки, рыбки простой. Этой такой маленькой. Еще в зародыши рыбки хочется. Ладно, ладно, сделаем вам бутербродик с красной икрой. Ага, и с красной, и с черной икрой сделай бутербродик. Ну вы, дедуля, гурман. Организуем. Не гурман, а вальсман. Арон Моисеевич Вальсман. Очень приятно. Хорошо. Дедульчка. Так а какого годочка монетки? Ой, не помню, хлопцы. Тысяча какого-то. Ты понял? Тысяча какого-то. Разбогатеем. Какое сокровище вам передаю, внучки? Ой, дедушка, сбережем мы его. В надежных руках оно. Угу. Ладно. Кали собаку. Ну, с Богом. О! 1985 год. Старье какое. Итого 6 рублей 33 копейки. Деда, это советские копейки. Ну, бабка мне говорит, выкинь, выкинь. Не прогодятся. Прогодились? Раньше, в советское время, вот на эти деньги точно так же погулять можно. Деда, а ничего, что мы на вот это все, всю зарплату свою потратили? И даже премии? А ничего, что я на это все, всю свою жизнь потратил. Спасибо, хлопцы. Вернули меня в советское время. Ну, и кто кого развел? Вайс. После чего на потерпевшего напал ротвейлер. Угу. Как пишется, ротвейлер или ратвейлер? Ротвейлер. Проверочное слово «рот». Ротвейлер. Здравия желаю, товарищи милиционеры, здрасте. О! Блин. Давай. Да. О! А на что спорили, если не секрет? Спорили, батя, придешь ты сегодня или нет? Ну какой глупый спор, а? Ну с какой стати я должен не приходить? Ну а с такой стати, что тебя вчера машина сбила. А вы откуда знаете? Да, меня сбил милицейский бобик. Ну, правда, лиц я не запомнил. Ну да ладно.
Главное, что информация моя с собой. Пишите, пишите. Давай, моя давай, соседка, расскажи. Соседка. Слушай, ну сколько ты будешь к этой своей соседке напротив цепляться? Милая, добрая женщина, ну отстань ты от нее, дед, ну. Да это не эта соседка, новая. Новая соседка напротив. А старая куда делась? Откуда я знаю? Они квартиру продали и съехали позавчера. Выжил все-таки, дед старый, блин. Ну так вот, про соседку. Сегодня выхожу из квартиры, смотрю, у меня на коврике лежит оттакенная куча. Ну с чего ты взял, что это соседка? Это не соседка, это ееная собака. Поэтому я прошу, словите эту суку и расстреляйте. Какой породы собака? Я сейчас не про собаку, а про соседку. Ее расстреливать надо. Да, она мне мешает спать со своим кобелем. О, боюсь даже подумать, о ком он сейчас говорит. Да, я говорю... Все, дед, участковому сообщим. У тебя все? О, нет. Еще я по основному вопросу. Что там с моим заявлением о приеме на работу? А рассмотрели ли или не рассмотрели? 75-е заявление за третий месяц пишу. А, заявление? Да, да. Дедуль, рассмотрели. О, и да. И даже подписали. Ой, правда? Да. Берут тебя, дед. В НКВД. Нет уже НКВД, дед. Ты еще ЧК вспомни, черт старый. А что? Берем тебя в очень ответственную кинологическую службу. О. Собачек тренировать, это я люблю. Не совсем. Там больше собачки на тебе тренироваться будут. Ты убегаешь, они тебя догоняют. Нет, ты только не переживай. Там защиту оденут, не прокусят. Наверное. Вот не зря вас в полицию переименовали. Не зря. Полицай, у меня есть полицай. Вы мне поверьте, я знаю. Я раньше... Знаю, короче. Ага. Все, давай, дед, иди. Угу. Завтра у тебя первый рабочий день. Да. Сейчас. О! Вот вам первый. Гады. Господи. 9 лет еще этого деда терпеть. Че 9? Ну, мне до пенсии 9 лет. Блин, мне 12. Молодой.